158 тысяч рублей требует Амичка от регионального министерства имущественных отношений за травму плеча. В ноябре прошлого года она, поскользнувшись на тротуаре, который не был очищен от снега, получила перелом плеча. Выяснилось, что за эту территорию отвечает министерство имущественных отношений. Пострадавшую пришлось оплатить дорогостоящее лечение. Амичка отсудила у министерства 65 тысяч рублей за моральный ущерб и теперь собирается взыскать с ведомства утраченный заработок.